Всем зрителям моего канала, с вами я, Лайн, и сегодня мы играем в Less Global Roleplay, это сам и все изи. Это сервер сампа, ТП, например, базы фракции, давайте в ФБР ТП. Ладно, давайте куда-нибудь ТП еще раз. Сегодня мы... Остальное магазин, оружие, лес. Вот. Я сегодня куплю себе дом на Винилвуде. Или как там? Вехкар, да? Я уже и команду забыл. Кар. Или что там? Вех. 541 это буллет, 79-1, вот, создаем мы буллет, фуэл карт, во, выходим из автомобиля, заходим в автомобиль, нажимаем двойку, ваш двигатель сломан, или в машине. Так, ХП. Фул 300. Это нормально, да? Давайте еще раз попробуем. Делкар. Так. Фулкар. Бэх. Вот, все нормально. Не знаю, почему этот баг был такой. Винилвуд, вот, Вайнвуд, кто как его называет. Я хочу дом, который у меня уже был. Ну, или купим что-нибудь новенькое. И сделаем тюнинг автомобиля. Если это будет возможно. И да, я куплю себе машину еще. Ладно, давайте поехали. А может, купим дом, который любит наш дорогой Мята? Вот его любит. Он еще. Я могу его сделать домом, но... Пока этого делать я не буду. Давненько не было серии по Less Global RP. Что-то мы забросили его. Вашим ХП. ХП. И так постоянно, да, сейчас будет. Ен. Я вас понял. Вэх. Так. Аккуратно выезжаем. Ну давай, ласточка. Тот автомобиль я потом как-нибудь уберу. Опять же говорю, заходите на этот сервер, IP будет в описании, ну, кто хочет, можете со мной сняться в серии, и, ой-ой-ой, еще будет группа в описании, моя группа в описании, ссылка в описании будет на мою группу. Ну, давайте вот сюда выйдем, вот. Сюда тоже можно проехать туда. Так, ХП давайте. Вот 100 ХП, все, идеально. Вот мой бывший дом. Ну или давайте попробуем купить другой дом. Не, ну да, думаю, что-то скучно мне один дом всегда иметь. Кто зайдет на этот сервер, я дам тому игроку VIP-ку. Ну, если вы мне напишите, вы мой подписчик, я дам вам VIP-ку.
и дам еще чуть-чуть деньжат. Давайте вот этот вот дом купим. Это очень огромный дом. Ну и давайте его купим уже. Buy house. Buy house. Ну отмена, ну что за фигня? Да ёшки-матрёшки. Я вас сейчас убью. Усе. Я вас понял. Давайте тпхнемся тогда в мэрию. ТП. Базы фракций. Мэрия. Вот мы в мэрии. И давайте потом... Блин, туда опять-то пахнуться не получится. Вот получение паспорта. Получить. Все, я получил паспорт. Я даже паспорт не получал. Остальное давайте... ЛС, вот, магазин оружия ЛС. Вэх. Почему-то не загружается ничего, но я прям... Давайте еще куда-нибудь тпхнуть. Какой-то бак и кузов. Давайте-ка я остановлю видео, и когда бак пройдет, продолжим. Так, друзья... Что-то сразу так, как я отключился, я сразу тпхнулся куда-то, и сразу же пришло все обратно. Вэх, 541. Я пару раз тпхнулся, короче, и все обратно пришло. Вот, вы можете видеть на чате раз, а еще да, нет, раз. Это первый раз, когда я... вот. Раз, два, три, четыре, пять раз я тпхнулся. Аж пять раз пришлось. И я додумался зайти куда-то, и сразу баг прошел. 1-1, давайте. Насрать на цвет, короче. Просто сейчас едем, покупаем дом. Если нам не хватит денег, я себе по админке добавлю. Сегодня просто мы обустраиваемся так на серии. Ой, блин, на сервере обустраиваемся, короче. И по чуть-чуть будем что-нибудь себе такое покупать. Может, бизнес потом купим. И у меня есть еще идея там чисто взять, короче, по приколу себе как бы РП, я игрок, себе деньги не спавнить там. Ну, машину я, по крайней мере, хочу купить. Я покажу, как все тут работает. Там работы разные буду показывать. Блин. Мы так смачно туда ХП дадим. Мы так смачно впилились. Но я хочу купить себе машину, протюнить ее, протюнинговать, собственно, и все. Ой-ой-ой. Вот так. Наша старая машина. Потом я этого создателя попрошу, чтобы сервер перезагрузил, чтобы этих машин тут не было. А то кто-нибудь зайдет, увидит, что тут какой-то бардак, будет творить все, что угодно. Нам это не надо. Перезагрузит он сервер. Это занимает, в принципе, 5 минут. Дело несложное, так что я думаю... Быстренько это сделает. Так, дрифт, дрифт, дрист, 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 ага. Давайте вот отсюда вот заедем. В принципе, буллет заезжает сюда очень быстро. Мне интересно, есть сюда другой въезд? Потом удалим эти автомобили. Так, стоп.
Бухомусе. Вот, что я вам говорю, моной. Все, давайте. Раз, два, три, раз, два, три. О. 250 лямов. Вы офигели за этот дом 250 лямов? Ну, и, ну или 25 лямов. Вы офигели за этот дом столько просить? Я вас понял. Я лучше куплю какой-нибудь другой дом. Цены тут такие, блин. Потом изменим эти цены, короче. Давайте старый дом хотя бы попытаемся купить. Но если на него мне уже не хватит, я вообще... Наверное, за эти деньги мне идет, блин... Сколько? А у меня сколько? 10. Бэнк. Такой команды нет. Нам даже на машину потом не хватит же. Вот в чем проблема. Нам даже на машину потом не хватит. Поэтому давайте какую-нибудь халупу. Я хотел на Вайлдвуде, но тут просят нереальные цены какие-то. Ладно. Вот у нас там это с канала ГВР машина. Я посмотрел все-таки на ютубе, что такое ГВР. Это, оказывается, канал. У них такая же машина. Я понимаю, это такая была изначально. Но у них вот, ну, у них вот этой задницы машины нету, вот этой части. И чисто только на вот этой они ездят, короче. Вот багажника всего этого нету у них. У них как четверку они сделали, как четверку. Это база фракции какой-то, да? Я понимаю, банды какой-то. Ну, я не знаю, ладно, ставим, давайте дальше пойдем. Я хотел создать свой сервер, но у меня это не получилось. Я не знаю, с чем это связано. О, давайте вот тут вот домик купим маленький. Вот тут вот прикольно. Нет, нет. Во. У меня машина вот тут вот где-то спавнится будет. Это же очень прикольно вообще. Давайте вот этот вот дом. 700 тысяч он стоит. Вот такой домик у нас. Смотрите, какой чистый пол. Ну, как же без этого? Вот теперь он раз в 100 чище. Я же его обоссал. Это же чистая моча. Вот тут вот. Я думаю, еще вот тут вот. Есть у нас команда? Пис. Не, нету. Ну, как же тут? Как же тут не обоссать-то его? Кровать тоже мы обоссали. Подходим сюда. Прописываем exit. Exit. Давайте еще сейчас тпхнемся. Автосалоны N-класс, да, такой. Это байкар, да, надо буйкар. Ландстаклер. А может он... Не-не-не. Кловер. Давайте кловер купим. Не, кловер не хочу я. Регина. Не, Регина вообще говно. Пикадорчик. Пикадорчик можно по пикову взять себе. Виллард. Не, давайте еще куда-нибудь тпшнемся. В стоны D-класса. Вот уже... Получше машинки будут, да? Блин.
Байкар, часть первая, тут даже две части. Гринвуд, вот, отмена. Хот Найф. Давайте вторую часть. Фортуны. Давайте-ка топахнемся еще куда-нибудь. Мне больше всего пока Кловер понравился. Дрифтовый такой. Байкар. Это уже мотосалон. Не, мотоцикл меня не интересует. Давайте это сюда, да? Блин. Би. Вот Б-класса. Байкар. О, Буфало. Стретч. Комет. Или возьмем, короче, по приколу себе. А, давайте вот ТП. Я знаю, что взять. ТП, опцион, самый топовый. Давайте. Байкар. Где у нас тут Элегия? Давайте возьмем Элегию. Давайте. Берем. ГМ 0. ГМ 0. Так, все, взяли мы Элегию. Сейчас давайте ее протюнингуем, потому что протюнинговать Элегию, я думаю, ее можно будет протюнить. Exit. И где у нас тачка тпхается? А, вот. Fix car. $1000 нас сняли. А если сзади, это же вдвойне прикольно. Типа так. Где моя тачка? Тут, что ли? Езжайте к своему дому и пропишите команду Fix Car. Я прописал, ее нету. И на карте она почему-то не отмечена. Походу баг очередной. Надо менять хостинг этого сервера. Потому что хостинг полная хрень. Где моя тачка, Ты чё у меня тачку украл? Давайте на нём пройдёмся. То есть проедемся. Посмотрим, где тачка. Больше нет мест, где может быть моя тачка. Давайте еще, в принципе, разочек пропишем и вокруг дома проедемся. Посмотрим. Может, не это мы, не это ли моя тачка? Или это мы ее бросили так? Это моя тачка, походу. Или это не моя, это, походу, чья-то другая. Лок. Это моя тачка. У меня почему-то дом пишет, что дом у меня вот тут вот. ХП. Так, вот, все. Поехали. Теперь ТП. И остальное. Автомастерская. Вот. Буйтуне. Цвет. Нет, отмена. Покрасочные работы. Первое. Почему-то цвет, да? 7, 9, 1. 1. Во-во-во. Стоп, давайте дисплея. Яркость на полную поставим. А почему-то сейчас виднее стало. Ладно, байтун. Нитро. О, мы же мне покрасочная не понравилась. Давайте вторую.
И цвет давайте поменяем. 1-1. Поставим. 1. Во! Самое то. Давайте еще нитро сюда рубанем. Давайте еще гидравлику сюда рубанем. Колеса нет, бампера вот. Элегия. Боковая юбка. Эльген. Вот. Уже машина вид обретает. Где у нас Элегия? Боковая. Нет, назад. Передний бампер. Альен. Так, бампера. Элегия. Задний бампер. Альен. Вот уже выглядит наша машина неплохо. Глушить. Давайте в капот. Вот. Капоту нельзя. Глушитель. Спецглушитель. Элегия. Альен. Вот. Глушаки такие. Поставили мы все топово. Давайте еще спойлера. Спецспойлеры. Элегия. Эльен. Вот это спойлер. Тачка вид имеет. Колеса я не поменял, потому что Эльен. О, какой-то скотч. Но это походу сам баг GTA San Andreas. Восстановить двигатель. Ну вот, в принципе, все, да. Я колеса не поменял, потому что когда меняешь колеса, тут колеса ставятся меньшего размера, потом их снимать я не знаю как. Ну, можно, но я не знаю, как снять колеса потом. Фикс-кар давайте пропишем. Фикс-кар. А, ваше авто используется. То есть, давайте сейчас проверим его максималочку. Максималку и потом чуть-чуть подрифтим на нем, я думаю. 30 FPS, в принципе, не должно лагать, но почему-то подлагивает чуть-чуть. Это именно из-за бандикама, я думаю, потому что у меня он постоянно из-за него все лаги. Но он слишком мощный. Я даже когда прямо еду, его иногда несет. Он слишком мощный. 67? 99. 100 он едет, максималка у него 100 километров. А, это миль. Это мили, это мили, мили, мили. Мили все меняет. Это где-то 120, наверное, но я точно не знаю. Мы почти подъехали к своему дому. Можно сейчас, в принципе, подрифтить. Ай, мы впилились. А, у нас дом же не тут, у нас подальше дом. Я уже думал, что у нас еще на Винилвуде дом. Но так как я себе не смог заспавнить деньги. Ну ладно, у нас осталось, в принципе, 4 миллиона. Если у меня... Тут иногда у меня чисто бывает такое, что я работал, ну не работал там... купил что-нибудь себе, и деньги пропадают, либо же машина и квартира пропадает. А, еще в банк надо деньги поставить. Давайте, в принципе, сейчас с этим и займемся. Давайте поедем в GPS. Давайте, базы нет, важные места. Вот, банк. Вы успешно задали маршрут. Сейчас поедем в банк, поставим деньги в банке и, в принципе, поедем к моему дому. Посмотрим, как он будет выглядеть около моего дома. В принципе, ну, колхоза... Ну, тут все колхоз, друзья. Ладно, оставим. Мы все заколхозили. Так эту машину, наверное, никто не колхозил. Самая колхозная машина на сервере. Но, в принципе, колеса ее уже стоковые. Мне колеса нравятся. И поэтому я их не хотел менять. Я просто еще один раз их менял уже. И... Блин. На F8 скрины, да? О, да. Ладно, подлагивает.
Я просто скрин снял, чтобы потом поставить там на главную. Наверное, я на главную этот скирлим поставлю около моего дома. Так, аккуратно заехали. Не закрываем дверь. Такие успешные люди. Инца. Давайте пополнить счет. Счет пополнить на счет информации. Так, а есть тут банкомат какой-нибудь, чтобы, собственно, значит, за дом платить не надо или что? Давайте тогда. А, это положить на счет надо. Давайте лямчик. Раз, два, три, раз, два, три. Все, готово. Нажимаем, теперь у нас миллион, и потом само сниматься будет. Давайте вот. А, лог. Лог. Давайте сейчас к домику моему подъедем. И заценим дом на. Ой, то есть заценим машину на фоне моего дома. Нам же туда, я куда еду? Ладно, давайте отсюда туда поедем. В принципе, я думаю, отсюда тоже туда дорога найдется. Давайте не трулю. Вот это я скажу вам прикольно сделано. Вот самое, что мне нравится, вот это вот. Блин, по машине. Смотрите, тут елки такие, елочки, все прикольно сделано, смотрите. К Новому году это все сделали, короче. Тут заходишь, вот. Happy New 2017 Year. Вот тут вот вы надели новогоднюю шапочку, принять. Вот вы вон там вот, смотрите, шапочка такая. Тут вот можно потанцевать, да? Нет, не тут. Это с этой стороны. Тут побухать можно, короче. Бухаешь, бухаешь там. Я не буду сейчас бухать. Вот с этой стороны потанцевать можно вот тут. А вы знаете, где появляетесь? Сейчас я вам покажу, где вы появляетесь, когда заходите. Вы появляетесь вот вон там, вон, видите, вот это все вот новогоднее, все вот это вот. Видите, короче, вы вот тут вот тпхаетесь, короче, вроде вот тут вот. Смотрите, там все новогоднее, бежите туда там. Подбегаете, все дела. Лог. И заходите туда, смотрите, вам есть. А, вам дают 10 кака. А, вроде вы не там появляетесь. А, я не появлялся там. А, я в первый раз, когда зашел, появился там. Второй, третий, уже остальные разы я появлялся в другом месте. Ну, вы, я не знаю, вроде изменили место спавна. Ну, я не знаю точно. Я мало играю на этом сервере, потому что тут редко кто играет, ну, в мое время. Когда основатель играет, я захожу, но он хоть часто играет, но я его мало встречаю, потому что когда я в школе, он только может играть. И как, ну, ночью он в основном играет. Вот там, да, мой дом? Да, вон там мой дом. Так, играем. Тут вот. Вот, да, мой дом? Да, вот мой дом. Фары. F7, F7. Так, F8. Сняли скриночек. F8, сняли еще один скрин. И еще F8, вот тут F8, снимаем скринчик.
Ладно, друзья, я думаю, можно будет заканчивать на этом уже серию. С вами был я, Лайон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В группе в описании будет ссылка на мою группу. В описании будет ссылка на мою группу. Там выходят, там быстрее всего выходят новости из моего канала. Так что подписывайтесь на группу. Еще будет ссылка на канал Мяты. На канал Мяты тоже обязательно подпишитесь, пожалуйста. А с вами был я, Лайон. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.